Пантелей Иванович Ешин, голкипер Владимир Скоробеда. Артем Колешников вышел в специальной памятной футболке. А в перерыве матча мы наградим лучших голкиперов детской юношеской спортивной школы города Владимира. Номер первый, капитан команды Артем Колешников. Номер второй, Денис Верфилов. Номер пятый, ему помогают арбитры первой категории Дмитрий Строганов, Москва. Судьбу улетел. Откуда он прилетел? Это товарищ. Тоже. Там три человека. Штрафной стоял. Удар по воротам, бей. Хорошо. Молодец, отличный удар. Ты был учить раньше. А мы вдруг перечатим. Ну двигай сам, и с ударчиком надо. О, молодец. И встали, и стоим ручки. Мастера. Зарабатывать не надо. На улице становится темнее, а какие-то горят, и на поле становится светлее. Ну, здесь не темно, откуда здесь темно? Заряжай, конечно, заряжать надо. Молодец. Что нам скажут? Мы с тобой сможем. Что нам скажут, Юра? А может, не уйдем? Хорошо, давай! Вот если вы чуть пониже вот так свой. У нас на момент уже создали. Я вот, вот. Вот давай, 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 давай. Сами все. Вали, вали, конечно. Что там, вали. Давай! Штрафной идет. Технарь. Молодец. Молодец. Давай, голуба. Пенальти. Пенальти надо, конечно, пенальти. Здесь чисто пенальти. Здесь пенальти. Даже я все понял. Протолкнул, здесь четко. Он резался. Он мог бы играть. Надо вовремя упасть, хорошо. Конечно, даже в город не попал. Даже, если ты берешь.
Давай. Гол. Надо хоть так. Финальный так обрадовались, как будто выиграли себя вверх. Собрались, как будто не хотели. Все, игра закончена. Ведь играйте, да, рано. Отвратительный ход. Отвратительный, просто отвратительный. Видите, мне все хуже, но он есть, понимаете, все хуже есть. И сейчас заряжает. Вот, хорошо, не пока. Я слышал, у тебя трудный. Курсы и ворота. Что был 1-1. Давай! А что это забивать? Ну надо забивать было, ядрёно коре, ну что же ты? Такимир Лавров на 31, Сергей Бабахин номер 31, Александр Алексеев номер 12, Виталий Зиков номер 8, Владислав Усманов номер 7, Даниил Абуреев номер 6, Иван Белл Ажаранян номер 18. Главный тренер футбольного клуба Владимир Российской премьер-лиги. Поединок Динамо Москва Ахмат и Уфа Локомотив. Счет одинаковый. 1-1. Только деньги это, за охрану за какую-то долбану, за обеды, и больше ничего. Гол! Берут! Без дорожки. Беговые дорожки были. Я бегал на этом стадионе. Когда уже делали уже новые беговые дорожки, были все равно я бегал. И с ударом будет. Молодец, Рафар, отлично. Молодец, выпущен, молодец. Они в таком виде. Да нет, будем достаточно. Ну да. Город наш. Опа! Сегодня здоровый.
Главное, голову забил. Давай, Гей! Давай! Вместо Никиты Акрова, номер 29-й! На бой выходит Александр Кузьменко, номер 11-й! Вышел из игры Андрей Кулатышев, номер 12-й! На бой выходит Макар Бахаров, номер 10-й! Уважаемые любители футбола, завершился заключительный матч в 11-м в 2019 году. Мы поздравляем команду с победой, и после этого матча Владимирская Торпеда.